Всем привет! Сегодня хочу вместе с вами полистать вот такую вот раскраску, медитативную раскраску по номерам. Заказывали ее с Валберес, получила я ее в подарок. Она просто проклеена. И здесь у нас сколько иллюстраций для раскрашивания? 62 иллюстрации. Обложка такой плотный картон. Здесь вот у нас данные образцы, что у нас должно получиться. Можно посмотреть поближе. Мне понравилась эта книга тем, что здесь просто разнообразие разных иллюстраций. Здесь у нас, как всегда, в серии таких книг клапан, на котором у нас есть цвета. Можно, например, вот так раскрашиваешь и смотреть, потому что иллюстрации односторонние, что очень хорошо. И смотришь, какие номера, очень удобно. Вот. Так что здесь у нас вот такие. Мне нравится, что здесь у нас и мандалы, и люди, и животные, и цветы, и узоры, всякие пейзажи, что, конечно же, очень здорово. И давайте посмотрим, как выглядят вообще не раскрашенные иллюстрации. Я только один раз ее пролистала, эту книгу еще особо не рассматривала. Так, чтобы вам полностью картинка видна была. Листы такие средней плотности, мне кажется, чуть-чуть потолще, чем офисные. Офисная бумага. Ну, хорошо, что здесь односторонние иллюстрации. И обычно в таких, такой вот бумаге хорошо ложатся фломастеры, маркеры. И есть иллюстрации с более крупными деталями, есть с более мелкими. Вот видите, даже есть такие вот узоры. И мандалы есть. Можно в таких книгах можно выбрать что-то, например, по какому-то определенному заданию, по челленджу. Потому что очень разнообразные иллюстрации. Приятная книга. Не ожидала ее, конечно, встретить на Валберес. Порадовал Валберес как-то не так давно разнообразием иностранных раскрасок. Вот тоже, смотрите, мандала. И как раз у меня был день рождения, и мне заказали эту книгу и еще другие. Тоже вот с узорами, с цветочками. Вот есть некоторые довольно-таки крупные. Кто не очень любит мелкие, я бы не сказала, что здесь много мелких иллюстраций. Довольно-таки такие крупные. Мелочь есть, но немного. Вашетовских, конечно, от Creative Heaven, которые. Вот в них очень много мелких деталей. Вот эти раскраски намного удобнее раскрашивать. Ну, нужно в своей коллекции все равно иметь и такие для разнообразия, чтобы было из чего выбрать. Тут вот есть вот и люди, можно раскрашивать. Можно, конечно, попробовать не только фломастерами, но и маркерами акриловыми и просто акрилом, гуашью, кому как нравится. Потому что некоторые детали очень крупные. Но не очень, конечно. Вот видите, видно, что вот, например, такие вот довольно-таки большие участки, которые закрашиваются одним цветом. Тут вот разнообразные какие-то гербы. Здесь узоры. Интересно. Портрет девушки. Даже если, например, в каком-то челлендже есть раскрасить портрет девушки или там, например, просто девушку, пожалуйста, можно взять и по номерам раскрасить. Кто или не умеет, или не хочет раскрашивать обычные портреты, конечно же, можно воспользоваться и по номерам. Надеюсь, вам обзор полезен. Котейка. Может быть, и вам попадется такая книга, или, может быть, она у вас уже есть. Серия этих книг очень похожи между собой. Рисунки, иллюстрации сами по себе довольно-таки похожи. Но все равно они отличаются. У меня есть одна, она уже очень хорошо заполнена у меня из этой же серии. Вот. И теперь в ближайшее время начну эту книгу тоже, потому что она мне очень нравится.
Вот здесь вот помельче. Разнообразные. Пожалуйста, опять девушка. Вот уже заканчиваем смотреть книгу. Подсолнух такой. Так что вот такие вот иллюстрации у нас в этой книге. Надеюсь, обзор вам был полезен. Обязательно пишите в комментариях, нравятся ли вам такие раскраски. Или, может быть, вам нравится больше от Ашет раскраски или от Creative Heaven. Мне будет очень интересно узнать. Мне вот нравится именно вот такого формата книги. Ну, хотя у меня есть и другие тоже. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.